В музейно-выставочном центре Серпухова открылась юбилейная выставка заслуженного художника России Евгения Казанцева. На полотнах природа Южного Подмосковья, озеро Селигер, пейзажи Соловецких островов и Великого Устюга, Абхазия, Болгария, портреты и натюрморты. Мои коллеги присутствовали на открытии выставки и познакомились с автором картин. Подробности в нашем репортаже. Евгений Казанцев окончил Пензенское художественное училище и Московский государственный художественный институт имени Сурикова. В 2006 году получил звание заслуженный художник России. В этом году Евгению Александровичу исполнилось 70 лет. В Серпухове открылась его юбилейная выставка. В жизни художника их было немало, только в нашем городе это пятая персональная выставка. Но творческих замыслов у Евгения Казанцева по-прежнему много. Всегда хочется создать что-то лучшее. 99% художников скажет, что он еще главную картину не написал, что еще главная картина, она у него тут, вот там в эскизах, он ее еще напишет. Вот. А потом мы такие, ну, для нас синонимом подходит неистребимый. Мы работаем до последнего дня. Вот. И вот этим живем. На открытии выставки собрались друзья и знакомые Евгения Казанцева, творческие люди, ценители прекрасного, среди них известные художники. Радостное такое впечатление создает выставка. У него свой почерк, такой определенный, его ни с кем не спутаешь. Когда, допустим, там проходят выставки там, российские, вот, там раньше всесоюзные были. Вот, когда его работа висит, то знаешь издалека, не читая фамилии, уже видишь, что это Казанцев. У него общий тон везде повышенный такой, в светлую сторону. На выставке Евгения Казанцева в Серпухове представлено много пейзажей. Особенное место в творчестве художника занимает Ака. С 1980 года он живет в Пущино и, конечно, не смог остаться равнодушным к красотам края. Но среди его работы есть и портреты, и натюрморты, станковая и монументальная живопись, картины, посвященные гражданской тематике. Сам художник считает себя универсалом. Для выставки в музейно-выставочном центре подбирал картины средних размеров, чтобы они органично смотрелись в зале. Мне всегда грустно, если работы стоят прислоненные в мастерской, немножко грустно, думаешь, ну почему так вот. Серпухов мне очень близок, и зритель серпуховский очень хороший, отзывчивый, и ну как-то здесь приятно выставляться. С картинами Евгения Казанцева серпуховичи могут познакомиться в музейно-выставочном центре до 11 августа.